мне помогало пережить отсутствие фестивалей. Я и очень люблю слушать в чужом исполнении, но так как чужого исполнения не было, пришлось выучить самому. Я ее пел так сам для себя. Евгений Латаев, Владимир Муравьев. Виктор Муравьев. Летели ангелы, я название точно. На первой строчке. Все, хорошо. Бывают сны, реальные были, как сон, как боль, как тягостный недуг. По небу ангелы кружили, летели ангелы на юг. Летели ангелы на юг, теряясь синим поднебесье от русских городов и весей, от русских бес и русских мук. Парили молча в высоте, уже не вестниками влага. Лишь один тихонько плакал, какой-то маленький во сне. А я бежал за ними вслед, а я протягивал к ним руки. Куда ж мчитесь, Божьи слуги? Постыдном бедствии чести нет. Эй вы, святые сторожа, ответьте мне перед победой, как жить в России человеком, когда без ангел душа, и мне вожак сказал в ответ, с небес спикировав навстречу. Ты не суди нас, человече, в тех душах, где мы жили вечно. Нам нынче просто места нет. Ни нам, ни вере, ни Христу, в тех душах слабых и лукавых. Такой намешана отравы, что нам там жить не в моготу. И белой тенью на ветру он улетел, тая обиду. Только Богородице во свету, то ли в охраннике ветру, а мне открылось, как вокруг, по всей Руси из всяких точек смывали белые комочки и брали твердый путь на юг, как тщетно силясь устоять перед бесовскою отравой. Моя великая держава теряла Божью благодать. Я стоял, поникший духом, когда, прокравшись по плечу, мне кто-то тихо дунуло в ухо: не бойся, я не улечу. Штернов Александр. А сейчас Белевцев Алексей.
Краснодар. Приготовиться Ляпин Алексей. Пойдем по Алексею.